Очень много звонков поступало к нам на горячую линию, когда откроются ярмарки выходного дня. Наконец-то мы дождались этого, и ярмарки выходного дня у нас открываются в эту субботу. С 9 сентября стартуют ярмарки выходного дня. Суббота будет, это наше излюбленное место жителей города Балаково, островной части, это улица «Факел социализма», где торговый центр «Альянс». И в центральных районах у нас в этом году по воскресеньям в сентябре месяце ярмарки будут проходить в районе, где центральная елка. Соответственно, цены будут регулироваться, регламентированы цены, что мы будем рекомендовать с нашими сельхозтоваропроизводителями, мы уже обговариваем. Значит, завтра посмотрим цены, какие нам рекомендует Саратов. Мониторинг мы сегодня уже сделали по городу. И, соответственно, на этих ярмарках, на наших ярмарках, цена будет на овощную продукцию дешевле, чем на всех ярмарках, на всех площадках города Балаково. Ну, а в октябре месяце посмотрим, если дождей не будет, и там как раз уже заготовка картофеля, основная масса пойдет, моркови, я имею в виду, и тогда уже будет рассматриваться, может быть, как раз центральная площадь. Поэтому приходите к нам на ярмарки, мы рады вас видеть.